проследовать прямо к автобусной остановке и сесть на автобус, который довезет до университета. Это лифт, который преимущественно предназначен для людей, которым тяжело передвигаться, беременных, с детьми, пожилых. А это вот дорога, которая называется Кёмчун Сонсупкель. Кёмчун – линия, лесная дорога, если переводить на русский дословно. Вот станция, которая нам нужна, и почему-то здесь выглядит все очень-очень странно. Но он 3, 4 и 13. Эта категория автобусов называется малый бас. Они салатового цвета, короче, светло-зеленого. Так вот выглядят автобусы. Не малый бас, конечно, но тоже. Чтобы воспользоваться автобусом или метро, вам надо иметь карточку, которая называется T-Money Card. Либо отдельно покупать именно как T-Money карточку, либо можно оформить карточку в банке, дебетовую, которая по-корейски в банках, она называется чек-кад, и попросить, чтобы добавили функцию T-Money. Тогда будет совмещенная T. У меня от Kakao Pay, поэтому у меня сзади тут. Там также в университете вам выдадут Haksengjin. Выдавать ее будут в банке, потому что это все-таки банковская карта, это дебетовая карта. Но при этом вы сможете ее оплачивать как T-Money. Просто для того, чтобы оформить карточку в банке, требуется достаточно много времени, потому что вам надо получить свою ID-карту, которая в среднем выпускается в районе 90 дней. Может быть быстрее, может быть дольше. Вот это дополнительная информация. Здесь у меня написано, какой у меня институт, какая специальность, естественно, мое имя, дата рождения, мой номер студента. И можно ее использовать. Единственное, что вот эту карту точно нельзя использовать при иностранных покупках, чего бы то ни было. Не знаю, как за границей, но из заграничных сайтов чего-то ее оплачивать нельзя, потому что иностранные студенты поступают в университеты, отправляют свои документы, неважно, бакалавриат, магистратура, докторантура, магистратура и докторантура. В Кукчекуан. Вот это Кукчекуан. Это информационная доска.